Это САП для людей с ограниченными возможностями. Time Trial специально сделал такой САП, чтобы люди с ограниченными возможностями, колясочники, могли приобщиться к водному спорту. Подразумевается откидная аппарель, по которой можно коляску завести прямо на САП. В данном случае аппарели нет, поэтому коляску завозим сюда и фиксируем с помощью строп. Во-первых, у меня, как у водителя, была мысль, что я гондольер и хочу человека комфортно, да? Дмитрий был у меня пассажиром, поэтому все хорошо, все работает. Вышли на струю, зашли обратно в суть, то есть это бурная вода. Это значит, что любая волнушка, любая какая-то посторонняя активность на воде, она способна выдержать. Мы проверили ее на серьезном пороге. Надежно, крепко. Можно ли, находясь в кресле, управлять? Да, да. То есть ты спокойно рулишь. То есть ты не просто пассажир, да, то есть ты именно рулишь процессом. То есть ты, сидя ближе к носу, поворачиваешь влево, поворачиваешь вправо, да, тебе подсказывают, что тебе делать. То есть в теории, при набравшем опыта, можно даже одному спокойно управлять. Походы на САПе по рекам, озерам теперь возможны и для инвалидов-колясочников. Если вы хотите заказать такой инклюзивный САП, обращайтесь в Time Trial.